Теперь мы должны приступить к оформлению доп-страниц. Начнем со страницы контакта, и нам нужно туда будет положить карту местонахождения нашего магазина. Но проблема в следующем, что карты перестали хорошо работать. Яндекс-плагин, бесплатный плагин Яндекс-карты вообще не работает. Вернее, вы можете скачать, начать настраивать, но он не найдет ваш адрес, который вы ввели. А Google-карты теперь уже требуют многие платного подключения. Поэтому есть очень хороший способ ручного добавления карты. Под видео у вас будет ссылка на специальный конструктор для этого. Я вон перешел на этот конструктор. Если у вас выйдет список карт, то закройте его. Я уже создавал просто карту. Мы закрываем. Вот, если у вас перед... Вообще, по идее, перед вами должен открыться вот такой... Вот, так, вот такая карта, да? Вам нужно создать, ввести название карты. Например, магазин, да? Сейчас. Магазин, да? Можете вводить описание, можете нет, да? Сюда, вот справа, видите, адрес или объект. Нужно ввести адрес вашего. Например, я ввожу Ростов-на-Дону. Вот, подходит подсказка. Запятая. Ведем Нагибина 32. И выбираем. Подтверждаем. И вот получается, у нас определился адрес. Маркер мы устанавливаем. Давайте, можно и фиолетового. Можно синий, оранжевого. Оранжевый не очень, сливаться будет. Вот красный свет нормальный. Так, тип, можете точку, либо маркер. Ну, тут все нормально. Кликаем готово. И вот она, этот маркер. Кстати, тут выбираем, а это какой маркер? А это старый адрес, который был. А это новый, смотрите. Если у вас будет несколько маркеров, сначала по ошибке один выберите, потом второй, то вам нужно здесь выбрать тот маркер, который правильный. Так. А вот на неправильном маркере, неправильный маркер нужно удалить. Вот. И выбирайте теперь правильный маркер. Вот он, готово. Все, теперь название ввели, хотите, можете описание ввести, адрес ввели и кликаем «Сохранить» и «Продолжить». Выбираете участок, который по умолчанию отображать на карте, да, можете его чуть пошире сделать, да, вот так вот. Вот, нормально. У вас должна быть вот здесь выделено «Вставить на сайт». Интерактивная карта должна быть выделена. И кликаем «Получить код карты». Видите, вот тут JavaScript. Должна быть активна JavaScript. И вон, вам нужно скопировать вот этот весь код. Копируем. Теперь возвращаемся на наш сайт. Переходим во вкладку «Страницы», «Все страницы». Там у нас есть страница «Контакты», «Изменить». То есть заходим в режим редактирования этой страницы. И давайте добавим классический параграф. Здесь перейдем во вкладку. Вот на три точки кликаем. «Редактировать как HTML». Ставим курсор и вставляем скопированный код. Три точки. Переходим на «Редактировать визуально». Сохраняем изменения. И кликаем «Посмотреть страницу». Пожалуйста, вот наша карта.